Дорогие друзья, в наш мир пришла беда. Болячка беспощадная, коварная, тихая. От нее нет лекарств, к сожалению, сейчас. Одно лекарство. Нам надо меньше общаться, меньше быть друг другом. Надо быть дома. Ради детей, ради близких, ради друзей, ради всего святого, прошу вас, будьте дома. И хочу поздравить всех с наступающим великим праздником Победы. И надеюсь, эта беда пройдет быстро. Все зависит от нас. Будьте дома.